Одно из важных мест в стоматологии занимает такой раздел, как пародонтология. Его основная направленность – профилактика и лечение заболеваний пародонта, которыми по статистике сегодня в России страдают 65% детского, 85% взрослого населения. Именно по этой причине в стоматологическом кабинете Марита уделяется большое значение лечению и профилактике данной патологии. Красивая и белоснежная улыбка – визитная карточка человека. А здоровые десны – это визитная карточка слизистой рта. Почему? Зачастую проблемы всей полости рта начинаются именно с десен. Поэтому важно проводить не только лечение зубов, но и уделять должное внимание состоянию ротовой полости. Стоматологический кабинет Марита предлагает новый вид услуг по лечению десен и слизистой полости рта. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры стоматологического факультета повышения квалификации врачей Кубанского медицинского университета Татьяна Викторовна Аксенова проводит консультативный прием по организации комплексного лечения заболеваний – гингивита, пародонтита, пародонтоза – с использованием современных методов, а также диагностику и лечение инфекционных и неинфекционных заболеваний слизистой оболочки полости рта. Это достаточно распространенные виды заболеваний, которыми страдает на сегодняшний день по статистике до 95% нашего населения, увы. И, к сожалению, вот эти заболевания в полости рта, они являются только локальными проявлениями какой-то общей проблемы, общей патологии организма. Поэтому задача стоматолога заключается прежде всего в том, чтобы выявить начальное проявление этих заболеваний, оказать должную помощь и специализированную стоматологическую и своевременно направить пациента к соответствующему специалисту для того, чтобы выявить проблему. Зачастую человек не подозревает о существовании трагедии в полости, а обнаружив врага, не знает, к кому обратиться за помощью, что нередко приводит к поздней или неправильной диагностике. А ведь заболевание пародонта – одна из наиболее распространенных причин потери зубов. В стоматологическом кабинете Марита врач-профессионал своего дела Татьяна Викторовна Аксенова составит индивидуальный оптимальный план лечения и ответит на все интересующие вас вопросы. Будет здесь организован консультативный прием. Он будет проходить здесь периодично, где-то один раз в 10 дней, в 2 недели. И каждый желающий может записаться на прием, первичная консультация, и затем уже продолжить лечение здесь, в стенах этой клиники. Сам пациент далеко не всегда может определить, насколько серьезную угрозу представляют даже небольшие повреждения слизистой оболочки десны, языка или щек. Поэтому визит к специалисту необходим. Одной из первых на прием к Татьяне Викторовне Аксеновой в стоматологический кабинет Марита обратилась наша землячка Галина Филипповна Пшинова. Она считает, что этого врача обязательно надо регулярно посещать. Я посетила сегодня доктора, консультацию получила очень квалифицированную. И не только квалифицированную, но она нужна вообще вот и в моем возрасте особенно. Пародонтист должен присутствовать вообще всегда. И в любой стоматологической клинике мы должны получать эту консультацию, потому что со временем, с годами и вообще для здоровья всегда нужны здоровые зубы. Своевременное обнаружение и профилактика заболеваний пародонта являются важными этапами лечения. В стоматологическом кабинете Марита, расположенном по адресу город Славянск на Кубани, улица Полковая, 259, не только поставят правильный диагноз, но при необходимости проведут комплексное лечение. Мы подходим индивидуально к каждому пациенту. Надежда Калинина, Игорь Ванчугов, программа «События».